Я просто анальный помпа-рабай. А я буду, сними прищепку с носа, я не понимаю, сними прищепку с носа. Куда я зашел? Хоть... Групповая озвучка Спанч Боба начинается через 5 секунд. Раз, два. Он проживает на дне океана. Санжухи, 6 тысяч рейтинга на линии. Пусть закончит. Пусть носит, я тоже медас куплю. Все тимы будем с медасами. Купи себе в жизни что-нибудь. А, я забыл, ты нищий, блядь. Давай вся хуй по головам. Ну да, да, ты типа смешной, вот эти шутки с этим. Да кто обижается, я просто тормозил за хуй ножом, если увижу. О чем мне говорят? Ребят, можно буду в этой игре я фриком только? Я позывной фрик, так называемый позывной пиво, окей, байсикл, байсексуал так называемый. Где чел, твой голос знакомый, ты нарезки делаешь. Не-не, это не он, это не я. Я байсексуал, друг. Видишь, как тебе, как вам перформанс по 10 балочке, ребят? Оцените, пожалуйста. У нас циркач с медведем, гость программы главный. А он циркач? Да, я пятерочка алхимик, я уже готов, так сказать, к представлению. Хорош, братан. Фу. Со своим знанием доты в 4 играх был лучший из 20. Хорош. Ты действительно лучший, зря на пи***, прости, пожалуйста. Ладно, ребят, объясни мне, друзья, давайте не будем ссориться, ну, поднимем очень серьезный вопрос в Доте 2. Не пи***! Я хочу спросить у человека. Вопрос а я буду, такой. Сними прищепку с носа, я не понимаю, сними прищепку куда с носа. Куда я зашел? Я зашел. Да нет, у меня прищепки, дружище, я разговариваю нормально. У меня ножом вопрос, давайте без негатива общаться, у нас все-таки 6 тысяч рейтинга, ребят. Давайте, у нас 6 тысяч рейтинга, поехали, ребята. А еще нам Спанч Боба сегодня озвучивать. Групповая озвучка Спанч Боба начинается через 5 секунд. Раз, два, три. Три, четыре, пять. Он проживает на дне океана. Санжухи, 6 тысяч рейтинга на линии. Ребят, серьезный вопрос. Нормально. Серьезный вопрос. Очень. Я прошу к нему отнести серьезно. Как вы, ну, относитесь к пиву? Прямо. Братва, у нас First Blood в боте, нужно, ну, собираться и, ну, поднять, мотивацию поднять. Пойдем. Алхимик, по моей сборке? Ну ты че, ты что это? Лучше мать Лины со дна поднимем. Ну, про маму лишнее было. Мама это слепой. Самый сильный контрпик. Мама это слепой. Саппорт за контрпиковал, да. Где Спектр, где Алхимист на ФБ? Брат, ты не по моей сборке еще на Алхимик играешь, что это такое? Ладно, хоть медаль, блядь, купил, ладно. Это Найкс, слышишь, качках, у него три гантели, он сейчас на линии качаться будет. Ты думал, там, блядь, футбольщик, мальчики походят на качков, игра в ножички плавно переходит в... Не помню. Между ног переходит, получается, или с мальчиком? Я такое не знаю, мне только друзья рассказывали такое. Друзья только ебали. Да. Откуда мне друзья? Дотера тут друзья откуда-то. Вот это ты, конечно, выдобра. Это хорошее было, да. Тут знамя. Надо еще лотос, кстати, слышишь, контролить. Я думал, слышишь, я уже был готов, что ты, ну, что ты выразишься в, ну, таким фактом. У подписчиков моего канала, кстати, самые сочные жопы. Ой. Я передаю маме привет, да. Чей? Нет, она не шуха. Чей именно? Нужно уточнить, брат. Моей. Понял. Откуда она у тебя? Она из Краснодара. А, все, извиняюсь. Нет, ты не поедешь ее сейчас, блядь. Да я не собирался. Я сейчас поеду. Нет, ты хочешь. Сейчас сейвить ее поеду. Реально ждали на пачке, да? Тут три чела, ребят. Там Валера просто фиксирую. На аватарке. С глотами, с глазами Акаши Сенджера. Валера. Валерка. Друзья, тут адмирал Канка отправляется на остров сокровищ, и похоже, без нашей помощи шансов что-то найти у него будет мало. Так что он берет всех нас в далекое плавание за сокровищами. Хорошо, что Эпикул тоже решил помочь нашему адмиралу и запустил мини-игру Treasure Hunt. Все, что от всех нас требуется, помочь нашему моряку успешно дойти до сундука с наградой и получить море сокровищ в виде скинов, кейсов и самое важное, шагов, которые можно накапливать и открывать за них мега крутые сундуки. Да ты просто посмотри на все это море наград внутри. Ну и конечно же, не забывай про бесплатный боевой пропуск, в котором за каждые 15 уровней ты можешь получить аркану, а за полное прохождение Battle Pass настоящий декахук. Ссылочка на все эти сокровища с промокодом на 15% к балансу ждет тебя в закрепе. Серьезный человек. Это серьезный, да. Просто 6 косарей. Я не запустишь, типа, убей его с тобой. Стало. Я тебе поверил, брат, давай. На доверие, брат, Чем? Бегу на Найкса, бегу. На сапах ебанутые, да, чела? Валерчик, типа, страшно. Да просто перетерпеть Валеру этого. А человек серьезный. Ну, он алхимик сейчас принес. Это пиздец. У них где-то вижен, по-моему, тут есть. Типа, на прыжок? Я не надеюсь. Могу дотянуться. Все, мужики, я с блинком, погнали. Сейчас дота будет. Верни, ой, забери блинк. Он мне блин. Он мне выкинул блин свой, мужики. Что делать, доте? Валера, ты че? Вы че с Валерой там сделали? Это че? Валера, я говорю, он демон ебаный. Что-то катка не пошла. Парад. Все равно показал мышцу.
Я просто анальный бомбараба. Я пожилая дисфункция. А нет, я старая эмульсия. Всем привет. Я ректальный. Я ректальный. Не говори ты, директор. Я скоро с жопой такое творить буду, сука. Просто раскурочивать, если можно так сказать. Мне надо так, чтобы они на меня вышли. Тут таргет. Го-го-го, я бегу. Валерчика под прикроем. Ульти ебал. Наконец-то, да, демона этого успокоили. Сука, пятерка едет просто нахуй с головой, блядь, Владимир. Демона. Это не пятерка. Это, ребята, это не пятерка, это Валерчик, это Валерчик. Это просто Валера. Все, качу. Да, Валера убили, значит, карточка закончена, ёпт. Ух, ребят, клондай какой-то, смотрите. Я и видно, портан, когда ты лотосы коллектишь. А когда не видно? Блядь. Валеру вы... Ребят, двоих выебал. Да все, парни. Все, мужики, Валера умер. Победа. Пошел Валер, на алхимике. Я выебал Валеру, я его валяется. Сексом, писюном его. Все, ребят, у меня предметы появляются за один файт. Хорош, говорош. Без линки хуйня. Нам нужен лин. Лин, да, нужен этот. Purple drunk. Дабл кап. Йоу. И шейк yeah. его. Шейк и дабл кап. Шейк и дабл кап. Я Валерчика, ребят. За спейсом Валерчика, ребят. Хуйня, не нужно. Этого Валеру, блядь, ебан, ёпа. Там догон уже какой? Третий, ребят. Где ж наш Валерчик? Кто паузил, ёпта? Какую эту Валеру, блядь. Любовь, надежда и вера, а? Тебе за игру. Дача next. На линии соло с друидом, я считаю. Хуеть. Ой, ёб твою мать, подожди. Так, ладно, не обосраться сейчас, как обычно. Первый хук занят, ребята. Первый хук фиксируйте. Брат, надо хау, брат, браток. Брат. Хорош. Да, забирай, брат. Хорош. Да собрался, сынок. На рель. Как он умер на сварке? Ну. Ой, браток, я тебе кварить и дропну, наверное, еще одну возьми. И сентрю, сентрю. Угу. Вообще похуй. Это мой игрок на сварке, друзья. Будь стан? Ебать. Ты кто? Ебать, это че такое, нахуй? Ты че? Вас не Данила звать случаем? Этот, и Шутин, или как его? Брат. У меня нет мамы. Ой. Ой, ёб твою мать, подожди. Мне вот интересно. Вы знаете про телепорт 5 противников на фонтан? Реколим бабку. Жмем рекол на бабку. Магнус вот так завозит. Я жму его. И телепортируем 5 героев на фонтан. Я не знаю, почему до сих пор это не знаете, ребят. Я еще 2 года назад это видео записывал. Я говорю, я буду хукать медо, ты слышишь? Филокок. Хукай, только заткнись, молю, так, блядь. Ну так ты поставил этот вард, я же второй еб... сейчас не помню. Ебани второй, нахуй ты мне это говоришь? Ну ты на победу настроен, я верно подметил? Снимаешь, Санечка? Санечка, снимаешь? Забирай. Хорош. Брат, ты чё? Это налог за тупость. Кто такая выдает? Ой, ёб твою мать, подожди. Еб... там Валера, мужики опять. Был кто-то в прошлый, ребят? Ну, просто узнать сразу. Там Валера, ребят. Тут надо, ну, сгруппироваться. Чё, Валера? Там Валера, ребят. Там вообще... Ну, это Валера, ребят. Я не могу больше ничего вам сказать. Это Валера. Я посмотрел, ты, там 7-9. Ты сборку видел, Валера? Там человек серьезно настроен на победу в доте. Да нет, я ж говорю, цифры впадлу вводить. У меня Shadow Fiend оффлейн сейчас будет. Понял. А чё тебе не нравится? А пуш тебе пятерка, как тебе вот можно, хотелось бы узнать? Ах. Ну пуч 5 всё, меня. Всё. Главное, что пуч за нас, а не против да, нас. Да, это главное. Влюбился и расстался, тут трахал 100 ебас. Рэпер на Darkfield? Shadow Race, ты? А Валера в миде играет или нет? Мне надо стики Валера, брать? Валера не играет. Он ебашит, ребят. Там пангами. Да, где он играет? Ну где он? Он в доту ходит. Сука, ну ты ебать.
Блять, где Валера, сука, ебашит? Мне брать Валера, стик или нет? Доту, ребят, я не знаю. Банга, мид. Я не думаю, что тебе в принципе что-то в доте поможет, друг. Там Валера на Зевсе. Это Валера. Ребят, все 6434 игры побед были на Пудже. Я надеюсь, все это понимают. А против Валеры были? Против Валеры, ну против Валеры там вот все, вот то, что справа игры были, все узы, это против него. Ладно, ребят, собираемся на нижней линии. Все в пятером, в целях убийств вражеских персонажей в доте. Я под этой, под докторской. А, браток, на Лесе, нас, ну, а, подожди, ты из прошлой? Я из прошлой. А, ты не из прошлой. Ты в зоне, брат, в нереальной, правильно понял? Ты нам нужен, брат, очень сильно. Без тебя ФБ не будет. Меня в рейскинке Мирецкого мучает, ёпой. Ёпой, рейскинка, а мне нет. Блять, Валера котик на аватарке. Ах. Я в прошлый раз хукнул, тут честно. Разве можно? Тут разве можно? Да, это панга. Да, да, скул. Бля. За то, что ФБ сделали. Это пиздец. Навось расстроится. Смотри, фиксируешь? Снимаешь, Навось? Снимаешь? Заснял картину? Да, да, я сфоткал. Он... У меня мать сдохла. Ой. Что? Ну, давай, ты сюда, я сюда. А ТП разлили, нормально, нормально. Я воду разлил. Ну, я пиво тоже разлил. Я, кстати, такой это нужно, вот серьезный вопрос. Вы вообще как к пиву относитесь? Я пью. Резко положить. Все. На победу, ребят. Прошу тоже на победу было. Там мы, ребята, ну, зашарили за девятую серию Балтики, так называемой. Бля, платить, я навалю паузу на минуту, парни. Вытру, а то чуть пролил воду. У нас скилл тут делается, сука. Ты щи меня щи... Братва, работаем. А ты куда, брат? Вилка, брат. Стан. Брат. Я понял. Бля, Валера загангл. Мужики, у нас фришнейшая линия в боте. Ну, стан, кусты, хук, все, ничего. Ну, не нужно думать. Заколь тебя как кто-нибудь? Он вообще не тут. Ну ты просто дашь контроль, а хукнуть, чел сдохнет. Нихуя. Он, причем, понимаешь, он не заранее нажал, он именно в хук, момент хука и... Спектра фришная для нас вроде, у него... Вот исправно. А, у него же нет, вот. Так куда ты... Что именно непонятно? Стан хук, в кусты, су... Браток. Я видел уже, как вы комбинируете стан и хук. Ну подожди ты, стан, сам нажми кусты. Браток. Брат. Орей, соло, без вас все надо делать. Все соло. Это вот и все, ничего сложного. Сорян, блядь, тут Валера не сейвит, говорю. Против Валера нет контрпика. Что-то, судя по шмоткам, она на фул фри стоит. Я не буду хукать, наверное. Он, кстати, с Мидасом на панга. А, это ВК с Мидасом. Да пизди! Этого не может быть. Ой. Ладно, в пиздос. Это просто пиздос. Ну как так можно было сдохнуть? Просто пойди на базу и все. Да, все нормально, но мы обосрались. Нам пиздец, по-моему, есть такое ощущение. Это пиздец. Ладно, это просто пиздец. Пусть закончим. Ладно, пусть нас, я тоже Мидас куплю. Все тимы будем с Мидасами. Купи себе в жизни что-нибудь. А, я забыл, ты нищий, блядь. Что вы идешь? Да че вы к шторму приедете, блядь? Давай все хуй по головам. Давайте я буду главным. Хватит обзывать друг друга. Каким главным? Ты главный по пизду какому-то. Понял. Месте. Ага. А кто тогда Лайсир? Давай, назначь его тоже главным. Ты фраер главный, да? Ну, в камере. Я должен тебе что-то еще объяснять. Не, мужик, я 6к червяк, мне вообще ничего надо объяснять. Я в доту не умею играть, ты чего? Я плебс, мне до тебя далеко. Там такие же дети играют, ребят. Я не знаю, посмотрите, что он делает на панга. Да, нахуя он дерется? Вот. Видишь, ты же уже понимаешь, то есть ты уже на пути к победе, вот, тебе респектуру это убить надо. Подойди ко мне на вилке, чтобы... Снимаешь? Да, я очень красиво. Не надо, как ульты меня кинь, ты че? А, у тебя нет? Извини. Сейчас будет, смотри, фиксируешь, снимаешь? На. Орей. Ладно, я понял, тут не хочет играть уже. Пать тогда. Да подойди, я в тебя залезу. Push me up, push me down, push my fingers on the ground. Я просто вау. А я? Такой уволен. А я? Ты хорош, молодец. Спасибо. Я с пелени, блядь, 1-4 вышел.
Да я пытался, мужик, ну я пытался что-то сделать с ним. Я против двух героев стоял, чел, у меня не было фрилиния. Я стоял один против двух героев. А вы стояли триплой, и спектра фулл фри стояла. Фулл фри фарм против триплы стоял. Я замутил и не захотел. Ну давай, ищи оправдание. Ну значит надо было идти в топ, блядь, и стоять в топе, блядь. Значит надо было в топ стоять, блядь, а не идти в боте стоять и фотографировать. Что ли, блядь, ты так хуже уже. А, ну все. Че пуджу, я прослушал, секунду, что я не расслышал. Какой-то план был спектроху, ничего не получилось в итоге. У меня не получилось? Ты кусты ни разу не нажал, нормально, ху... Это без негатива было, извини, пожалуйста, правда, в смысле, без негатива. Ну да, да, ты типа смешно, вот эти шутки с этого. Это не шутка, я без негатива, брат, хорошо. Не обижайся. Да кто обижается, я просто твою мать за ху** ножом, если увижу. Давайте уменьшим еще рейтинг, поехали, ребята.